Кадровая нехватка в судах общей юрисдикции – одна из основных проблем судебной сферы. Об этом сообщили на выездном заседании Совета судей Украины. За первое полугодие 2018-го в суды Одесского региона поступило более 95 тысяч дел и материалов. Их рассмотрением занимается менее 200 работников Фемиды. В этом году уже почти 63 справы на месяц на одного судью. За штатную численность судей в местных загальних судах Одесской области становит 279 осіб, фактично 207. Судочинство здійснюють лише 172 судді. К примеру, в Ширяевском районном суде судопроизводством и вовсе некому заниматься. Из-за этого в среднем рабочий день судьи составляет более 12 часов, отметил глава Совета судей. Всего по Украине трудятся около 5 тысяч работников Фемиды из необходимых 8. Вища кваліфікаційна комісія проводить зараз підготовку, навчання проходить в Національній школі суддів майже 900 осіб. Зараз розпочався конкурс на посади суддів ще 300 осіб. Зараз проходить кваліфікаційне оцінювання суддів, які його не пройшли. Це все заходи, які будуть сприяти тому, щоб наповнити суди кадрами.